Иди сюда, лечиться будем. Тайной научной библиотеки Казанского федерального университета. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Карина Саяхова. Исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский прибыл в Японию. В рамках рабочего визита глава КФУ в качестве почетного гостя принимает участие в международной конференции по физике низких температур. Мероприятие проводится в городе Саппоро и продлится до 24 августа. Казанский федеральный университет совместно с Казанской государственной академией ветеринарной медицины имени Баумана занимается разработкой вакцин от африканской чумы свиней. Об актуальности исследования расскажет наш корреспондент. Одной из важных проблем ветеринарии является вирус африканской чумы свиней, так называемый АЧС. Это особо опасная высококонтагиозная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некротическими изменениями в различных органах и тканях. При поражении этой вирусной болезнью у животных имеется практически 100% летальность. Вирус может передаться с продуктами убоя больных свиней, инфицированными кормами, водой, необезвреженными пищевыми и боинскими отходами, а также загрязненной подстилкой. Переносчиками могут быть кровососущие насекомые, клещи, а также обслуживающий персонал. Такой вирус, который сильно изменчив, и поэтому не удается создать к нему вакцину на основе нативного вируса, то есть естественного вируса. Вот. Создание вакцины занимается очень много лабораторий в мире, на самом деле. Это очень большая проблема для животноводства. Пораженные свиньи уничтожаются целиком. Хозяйства должны выделить средства для обеззараживания свинарников, где содержали животные. Это большие экономические потери. Сейчас ученые всего мира рассматривают возможность создания вакцины против африканской чумы свиней на основе различных вирусных векторов. Так, Казанским федеральным университетом был выбран аденоассоциированный вирусный вектор, который обладает низкой иммуногенностью. Животным намного легче будет перенести вакцинацию. Именно это позволит добиться наиболее эффективного результата. Африканская чума свиней – это особо опасная инфекция, и с ней разрешено работать не во всех институтах. Поэтому были проблемы, видимо, с созданием вакцины. Но в нашей лаборатории мы занимаемся созданием вакцины против африканской чумы свиней на основе отдельных генов, взятых из генома этого вируса. То есть мы не используем вирус целиком. Наша вирусная конструкция на основе аденоассоциированного вируса содержит наиболее консервативные последовательности белков, которые имеются практически в неизмененном виде у всех 11 или 12 штаммов африканской чумы свиней. На данный момент ученым Казанского федерального университета уже удалось наработать некоторое количество генетического препарата, который содержит гены наиболее иммуногенных белков африканской чумы свиней. Были проведены лабораторные исследования, которые показали, что полученный препарат поражает стволовые клетки свиньи, не вызывая токсического эффекта и способен синтезировать необходимые для исследования белки. На следующем этапе будут проводиться исследования на лабораторных животных. Затем планируется выход на целевую группу животных, то есть на свиней. Время разработки займет около 3 лет. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. На какой позиции 11-го ежегодного рейтинга лучших вузов России RAEX-10 расположился Казанский федеральный университет и в чем основная задача рейтинга? Все подробности узнавала Елизавета Никитина. Опубликован 11-й ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100. Казанский федеральный университет, как и годом ранее, занимает 20-ю позицию в списке. Его рейтинговый балл составил 3,73. Это большое достижение это для вот нашего коллектива в таких непростых внешнеполитических условиях, когда даже базы данных, доступ к информационным ресурсам становится стратегическими ресурсами, его ограничивает, начинают искать выходы, то есть как, на что должны быть ориентированы рейтинги, потому что рейтинги они позволяют корректировать и нацеливать университеты на новые задачи. Рейтинг – это интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая количественными параметрами их образовательной и научно-исследовательской деятельности и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп, работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников. В качестве статистической информации используются данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.
Наш университет, он очень широко представлен. То есть там абсолютным лидером является Уральский университет. Мы здесь на втором месте. Хотя, еще раз говорю, есть, на мой взгляд, вот ряд направлений, которые мы готовы были обсуждать или нам необходимы разъяснения. А это говорит о том, что в целом системные преобразования, они идут достаточно широко и достаточно серьезно. Отметим, что при составлении рейтинга агентство РАЭКС использует более 40 критериев. Определение рейтингового функционала происходит на базе анализа следующих интегральных факторов. Условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями, уровень научно-исследовательской деятельности. Значение каждого из интегральных факторов определяется группами показателей, которые, в свою очередь, объединяют показатели, характеризующие важнейшие аспекты деятельности вуза. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. Преподаватели Казанского федерального университета стали обладателями республиканских наград в сфере образования. Вручение состоялось на Республиканском педагогическом форуме «Развитие национального образования в Республике Татарстан». Благодарность президента Республики Татарстан за многолетний труд и заслуги в области образования была объявлена профессору кафедры татарской литературы Нурфии Юсуповой и доценту кафедры татарской литературы Милеуше Хабуддиновой. Помимо этого, почетное звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» было присвоено доценту кафедры общего языкознания и тюркологии Кадрии Фатхуловой. Об открытиях казанских ученых в годы Великой Отечественной войны смотрите далее. В годы Великой Отечественной войны ученые Казанского университета не только мужественно сражались за научное достояние страны, но и совершали открытия, которые стали достоянием общественности и, безусловно, помогли в борьбе с врагом. Химический факультет Казанского государственного университета под руководством Александра Арбузова развернул производство ценных медицинских препаратов. В 1941 году Арбузов синтезировал отечественную канифоль, которую применяли для пайки металлов и многого другого. В 1943-м изготовленный в лаборатории Арбузова препарат диаминофталимид использовали в изготовлении военных приборов. А уже позднее, в 1950-е годы, Арбузов разработал первое в мире лекарство, снижавшее интенсивность глаукомы – фосорбин. Деятельность казанского ученого внесла поистине неоценимый вклад в развитие такого понятия дисциплины, как химия. Стоит отметить, что помимо совершенных открытий в мировом поле, Арбузов всегда старался поднимать уровень знаний Казанского университета. Уже в послевоенные годы академик возглавлял химический институт Казанского филиала Академии наук СССР, созданный в 1945 году в Казани. Карина Саяхова, Универньюз. Казанский федеральный университет принял участие в одном из ключевых событий года культурного наследия народов России – Таврида-Арт. О том, как прошел фестиваль и какие интерактивные объекты были представлены, смотрите далее. Фестиваль «Таврида-Арт» уже в четвертый раз стал площадкой для самовыражения и поиска единомышленников для 4000 молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий, в том числе и Казанского федерального университета. Творческая команда Института дизайна и пространственных искусств приехала на фестиваль «Таврида-Арт» в составе делегации Татарстана и представила Казанский университет в интерактивных объектах в рамках республиканского павильона. Мы, команда Института дизайна и пространственных искусств, придумали различные интерактивные панели, стенды, где участники фестиваля могли через игровые формы прикоснуться к главным событиям творческим нашего университета. Сотрудники Казанского университета представили на фестивале три локации, которые совмещают в себе и творческую, и познавательную составляющую. Помимо интерактивного пространства и зоны лектория, команда EDP разработала инсталляцию «Обсерватория космос познаний», находящуюся внутри мельницы. Она демонстрирует аллегорию стремления к знаниям и отсылает посетителей к астрономической обсерватории имени Энгельгарта Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Универньюз. Какие тайны хранят научная библиотека имени Николая Лобачевского и отдел рукописей и редких книг, расскажем в сюжете. Научная библиотека имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета появилась одновременно с Казанским университетом. В 1804 году в уставе была предусмотрена организация библиотеки, но сама библиотека появилась намного раньше, еще в 1799 году, когда в Казанскую гимназию передали библиотеку князя Григория Потемкина, так и не открывшуюся на юге России. Казань,
На 18 подводах библиотеку привезли в 1799 году. На месте нынешнего исторического здания научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского университета находилась, видимо, беседка дома Тенишевых, так как наш главный корпус университета состоял из двух зданий. Здание губернаторского дворца и дома дворян Тенишевых. Вот, скорее всего, на этом месте находилась беседка, которая разграничивала усадьбы этих двух зданий. С библиотекой, в частности, с отделом рукописей и редких книг, связано множество интересной информации. Она – кладезь ценнейших фактов. Так, библиотека хранит более 150 тысяч уникальных экземпляров. Так, например, свиток Торы является самым ранним из известных в науке экземпляром, который сохранился в родном футляре. И это, конечно же, уже установленный факт. Кроме этого, у нас именно хранится первое печатное издание Корана, признанное в мусульманском мире как первое мусульманское издание. Оно было выпущено в 1803 году. Научная библиотека имени Николая Лобачевского располагается в историческом здании, спроектированном в 1838 году. Если говорить про элементы архитектуры строения, то и они никого не оставят равнодушным. В 1904 году в стену здания, в фойе над вестибюлем встроили, впаяли, по-разному можно сказать, могильный памятник 1291 года Волжской Булгарии, да, периода Волжской Булгарии. Это женский памятник, женский могильный знак, который до сих пор находится также впаян в стену и закрывается частично экспозицией из дерева. По словам Эльмиры Амирхановой, очень трудно выделить самые редкие экземпляры фонда, так как отдельные книги, журналы, газеты и рукописи являются уникальными. Амир Ахтямов, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!